и правды ради в ноги поклонюсь своей коллеге из программы «Для дома и семьи» Лене Макаровой. Тоже выходящий, кстати, на канале СТС в наш же прайм-тайм. И спасибо скажу за то, что открыла для нас вот этот адресочек. Переулок Сиреневый, 38. И именно здесь располагается центр автокредитования. Скажу честно, мы очень редко появляемся в южных районах нашего города. Ну, разве что в Серебряный Сквояж заехать, там на машинку покататься или еще кое-где погонять по объездной. Что здесь мы нашли? Ну, как я уже сказал, центр автокредитования. Что этому предшествовало? Этому предшествовала очень большая работа, связанная с сжиганием огромного количества бензина и нервов, которые, кстати, не восстанавливаются. Почему? Потому что я вот человек, в принципе, как бы достаточно обеспеченный, но никак не мог купить вот этот вот автомобиль 86 года выпуска Porsche 944. А здесь, пожалуйста, без лишних проволочек и проблем. Оформление заняло буквально 15 минут. Мне очень понравилось и вам рекомендую. И еще раз встанем по-рыцарски на колено. Ну, прежде всего, перед очаровательными девушками, работающими в автокредите М. А затем уже признаем, нигде более я не встретил более приятного общения и удовольствия от того, что я могу приобрести очередной автоконструктор. Дело в том, что искомая сумма небольшая, но в жизни есть куда более затратные вещи первостепенной важности. Какие? Создание автостопа. Без спонсора и на собственной аппаратуре. Мы работаем со многими банками. Сейчас на рынке потребительского кредитования и автокредитования в основном все организации работают с одним и тем же банком. Но, к сожалению, по тому банку предоставляются не очень значительные суммы, и спектр автомобилей, которые можно продать в кредит через тот банк, низкий. То есть в основном подержанные автомобили старых лет выпуска. Вот. Мы же можем оформить кредиты по таким банкам, как Росфинанс, Ренессанс Капитал. Кредиты могут быть от самых незначительных сумм до 3 миллионов. То есть я могу купить и крузер? Без проблем. Можно и крузер купить, и модели, которые стоят гораздо дороже. Давайте все-таки спустимся с небес на землю. Не у всех достаточно денег для того, чтобы купить крузер, но автомобиль все-таки хочется. Какие машины доступны благодаря вам? Машины доступны, любые машины до 3 миллионов. Если у заемщика имеется 20% первоначального взноса, а остальную сумму он может подтвердить, чтобы взять другую сумму, значит, вот эту большую сумму в кредит, нужно подтвердить доходами, что у заемщика на самом деле он, у него достаточный заработок, и у него есть возможность расплачиваться с банком за такие большие кредиты. Ну и такая ситуация, допустим, бардак на дорогах города Магнитогорска всем очевиден. Человек треснул машину, сам виноват, а денег нету. В таких случаях мы можем предоставить потребительский кредит на ремонт автомобиля, на покупку запчастей. Сумма кредита может быть предоставлена до 180 тысяч. А теперь максимальное внимание для тех, кто ездит на шохах, грезит у иномарки, зарабатывает от 15 до 20 тысяч и регулярно смотрит автостоп. Пример. Здоровая иномарка типа Мерина Е-класса, возрастом от 10 до 15 лет, на которую запчасти в основе есть и которая слывет легендарным вечмобилем. Как найти 20%? Вас учить я не буду, сами не дураки. А затем 10 минут на блиц-опрос, 20 минут на оформление, вполне конкретные занятия танцами с пляской, с бубнами и духовыми инструментами в рэпе, и попадаем примерно 1000 на 6 в месяц и ездим, и получаем удовольствие в течение кредитного периода. А дальше по нарастающей, до Майбаха, если хватит здоровья и амбиций. Оказывается, очень невнимательный зритель Алексей Челейкин, и невнимательно он смотрел программу «Для дома, для семьи», потому что у нашего теперь любимого автокредитного агентства есть еще один филиал на улице Октябрьской, 12. И от этой улицы до дома Алексея буквально 2 лоптя по карте, как говорится. Ну и теперь с полной уверенностью можно занести еще одно его достижение – книгу рекордов Гиннесса. Он примерно полгода покупал так ему желанный автомобиль Porsche 944. Теперь с помощью этого агентства мечта сбылась.